Hamıya salamlar əziz dostlar, mən Viking Sonal, Call of Juarez Bound in Blood oyuna davam edirik. İndi baxa görə bu dəfə nələr baş verəcək. Я сделал все, что мог, чтобы отговорить их от этой безумной затеи. Но мои братья сказали, что Девлин негодяй, и никто о нем плакать не станет. Хуарес говорил нам, что он родом из Ирландии и сколотил себе состояние в Чикаго. Он вор и головорез, который убивает поселенцев и золотоискателей из-за их земель и участков. Но пусть он и негодяй, не моему брату наказывать его. Это дело Господа. Не мстите за себя, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Давай сделаем все по-тихому. Хорошо. Инди бахан. Пошли, пора прикрыть эту лавочку. Кетты. Неплохое начало. Увидишь, скоро они уже будут звать мамочку. Вот эти убили гремучую змею. Ну вот. Главное, грамотно произвести первое впечатление. Ну-ка, надо в этих полосах с лицом. Полосы. Спас мою задницу. Ах ты! Смеешься, что ли? Да я уложил этого мерзавца на кого? Шкрахче. Ну
жадный ублюдок. Подмял под себя город, но ему все равно мало. Я хочу посмотреть на этого ублюдка. Я ведь немного прошу, правда? Geldi ye. А ну выходи, Девлин! Это все? Всего двое? Вы для этого меня позвали? Из-за этих двоих? А у него, я смотрю, характер. Ты, Девлин? Слушай меня. Твоя контора закрыта. Так что бери ребят, собирай игрушки и выметайся из города. Вопросы есть? Когда я узнал о судьбе гремучей змеи, я думал предложить вам работу. Но теперь я понимаю, что ничего из этого не выйдет. Думаю, что вы не сможете работать в коллективе. Чёрта лазом иди. Удрал через двор! Ворота заперли! Я прыгну на эту площадку и открою с другой стороны. Прикрой! Ладно, только пошевеливайся! Ты живой? Да, но ворота не открыть. Теперь этот ублюдок точно уйдет. Хватит ныть. Лезь через верх, я пройду внизу, по тоннелю. Найди мерзавца, а уж я найду тебя. Я буду скучать. Эсэ, нигетти е. Thank you.
her yerde derim. Qutarmaq bilmirlər. Deməli, bura gedirik də biz. Heç xoşlamıram da ki, istifadə eləməyə. Harbi nə lazım olur da bunlar? Kaçtık. Вот это триумфальная пуля. Ты взорвал половину Сан-Лоренцо? Эти ублюдки пытались похоронить меня заживо. Где Девлин? Удрал, только пятки засверкали. Прямо и вниз. Я видел его следы. За ним! Getdi ye. Ay 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 ay, sniper. Следы его лошади. Он поднимается вверх. Вот он, чёрт ублюдок. Уже покойник. Пули, между прочим, денег стоят. Лучше уж потратить свои пули, чем подставиться под чужие. Каштых, 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 каштых. Ты видал все эти сооружения? Кто их построил? Вряд ли это был Девлин. Он может ломать, не строить. Как и мы. Нет, брат. Мы построим свой дом заново. Бей его! Черт подери! Thank you.
сама вошла там, да. Динамитеры. Нет, я цел, а ты? Давай, защити меня! За что я тебе плачу? Жалкий ты трус, убей их! Тише, мистер Девлин, я свое дело знаю. Вы же братья Маккол. Я видел плакаты с вашими рожами в Арканзасе, Оклахоме и Техасе. У вашей фамилии дурная слава. Слыхал, вы дезертиры? В отличие от вас, я не знаменитость. Просто убиваю за деньги, а за ваши головы назначена хорошая цена. С вами вроде был и третий брат. Или о нем вернее было бы сказать сестра. Əlimizi silahdan çəkmirik. Vəssalam. Вам нужны деньги? Да всё, дам всё, что попросите. Я хочу, чтобы ты заткнулся. Вот что я хочу. Кто вас нанял? Хуарес? Сколько вам платит? Я заплачу больше. В 10 раз больше. Просто добудьте мне его голову и его девчонку. Только ее живой. Поверь мне, девчонка тебе точно больше не понадобится. Потому что я из тебя кастрат сделал. Нет, не надо, Рэй! Какого черта? Ты что здесь делаешь? Как ты можешь нарушать Божью волю? Шестая заповедь. Помнишь ее? Не убей! Ты припозднился с проповедью, братец, оглянись. Рэй, прошу, ради всего святого. Где были все твои святые? В Шайло, а? При Геттисберге, при Антитоме? Рэй, если убьешь, станешь таким, как он. И будешь вечно гореть в аду. Послушай, мальчик мой, я устал слушать твои сказки об огне и сере. Если все это правда, для меня все равно уже слишком поздно. Еще не поздно, не поздно.
Когда Спасителя распяли на кресте, вместе с ним распяли еще двух человек, разбойников. И он забрал одного из них в рай, потому что тот раскаялся. Он взмолился о прощении и был прощен. Господь простил его? Да. Жестокого убийцу? Да. Ну что ж, приятно слышать. Yüreği temiz diye bu oğlanın. Devam edirəm. Эта женщина погружает сердце Рея еще глубже во тьму. Я вижу, что и Томаса тянет к этому суккубу. Зачем мы приехали сюда? Я умолял их скорее уйти, но братья поддались проклятию зова Хуареса. Они хотят не только золото, они хотят ее. Меня дрожь пробирает, когда я вижу, как Рей на нее смотрит. И хотя Томас еще не показывал своих чувств, я вижу, как смотрит на него она. Боюсь, тут случится то же, что и в Арканзасе. А, бу миссия самаралыды. Скажи мне, когда будешь готов. Мендоса ждет нас. Время есть. Gettik, gettik. Var gücümüzden kaçırıq. Az qala gedəcəydi ki. Thank you.
там на рабах судно. Atımız da öldü. Gel de gel. Давай! Ты так радеешь за казенный скот, что готов умереть за него, Кринго! Защищайся! Гель, гель, гель. Гездира. Hamısı da Juarez oxşuyur. Getdi ye. Hələ iki dənə var. Elə ikisini də eləməliyik ki, misiya davamı gəlsin. Bunları başını buraxın. Kim olsa birini öldürək. Geldik. Hayda donma. Что за черт?
Рафа, яхшы бахах. Тебе меня не поймать! Да бахарух-то, Ким-киме. Мутлак тутмалыйык. Ах ты, ублюдок! Гёр харда даянды, йо. Gel.
Можешь гордиться собой, Гринго. Никому еще не удавалось бы добраться ко мне так близко. Жаль, что никто не узнает. Ты догнал меня, но тебе не под силу убить меня. Или... Нет. Уходить отсюда! Это же ужасно! Яхши сыз! Давай, мен кеттим. Где буну? Ну, о нет, надо уходить отсюда. Buralarda biraz ehtiyatlı olmak lazımdı. Dedi eşitmedim. Her neyse. Thank you.
Эй, Гринго! Теперь мы один на один. Gel. Остановиться. Думаешь, что ты вправе красть и убивать? Из-за пендехо вроде тебя и Перейро люди здесь прозябают в такой бедности. Твой час настал. Пора рассчитаться. Gel gözlerim. Все, буду газер. Bunlarda yığaq, şansı əlimizə keçib. Все, bu da axırıncı misiya idi. Misiyamız bitti, getdi. Hayda, donma. Kaçtıq, vaxtımız yoxdur onları öldürməyə. Готов? Мы теперь партнёры, Хуан. Пошли. Амигос, как я рад видеть вас. Спасибо, что разобрались с Девлином. Он был опасным человеком. Ты за этим позвал нас? Спасибо сказать?
Затем, чтобы доказать, что я человек слова. Вскоре вы получите награду за труды. Думаешь, сокровище где-то у Девлина в копях? Нет, если пойдем по стопам Девлина, искать придется 300 лет. Я знаю способ получше. Друзья мои, хочу вас познакомить. Это Орлиный Глаз. Ему нужны ружья. И мы поможем ему найти их. Какое отношение это имеет к сокровищам ацтеков? У Апачи есть медальон. Медальон? Си Эль Медайон. Конкистадор, зарывший сокровище, создал ключ. Медальон из меди. По легенде, он спрятал медальон на севере. И больше о нем никто не слышал. До этого дня. Мексиканский жрец отдал нам этот медальон в обмен на жизнь. В нем великая сила, что укажет, где лежит сокровище. Так почему вы сами не найдете сокровище? Вы бы тогда могли купить целый арсенал. Сокровища прокляты и принесли много бед моему народу, апачам. С каких это пор у апачей голубые глаза? Моя мать была белой, но мой отец — быстрая река, верховный вождь апачей. Я не бледнолицый пес. Амиго, тише. Мы твои друзья. Я жду вашего решения 3 дня. Где же ты возьмешь ружья? Ему нужны сотни. А он отличит ружье от метлы. Neyse, menden bu kadar. Sağ olun, salamat kalın. Kanala abone olun, like atın. Yeni devamı gelecek. Demeli, bağlamadan evvel bir şey diyeceğim. GTA 5 için 100 abone istiyorum. 100 abone gelse GTA 5 de gelecek, söz veririm. 75 aboneliğe karşı ise başka bir oyun çekeceğim. Ama ki sürpriz olsun da. Neyse, sağ olun.